Наука доступна всем, даже самым маленьким. Если вы любознательны, трудолюбивы и не боитесь того, чего боится большинство людей, природа откроет вам множество секретов. Это подтверждает одесский школьник Никита Нюняев. В своем юном возрасте он серьезно занимается энтомологией, изучением насекомых. Этот паук-волк – один из объектов изучения Никиты. Он ловит жуков, бабочек, пауков, описывает и отпускает. Юный энтомолог учится в начальной школе, но уже знает даже латинские названия насекомых. Эти пауки обитают в Азии, Европе, Африке и Северной Америке. Пауки – они из фильмов ужасов. Помните фильмы ужасов? Вот такие вот у нас паучки водятся в Европе и в Украине. Для кого-то эти безобидные кадры уже готовый фильм ужасов. Все зависит от того, как относиться к предмету. В данном случае пауку. Надо помнить, что своими знаниями человечество обязано людям смелым.